Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с исполнительным секретарем экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армидой Салсей Алишахбаной. Комиссия является важной платформой для сотрудничества в сферах транспорта, цифровизации и энергетики, подчеркнул глава государства. Алиев рассказал о концепции развития транспортных коридоров совместно со странами-членами специальной программы ООН. О расширении сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии Ильхам Алиев говорил и с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Татьяной Молчан. Президент заявил, что проведение саммита специальной программы ООН для экономик Центральной Азии в Баку – наглядный пример динамичного развития сотрудничества республики со странами региона.